нуля часов 25 января 2020 года по 23 часа 59 минут 5 февраля вводится прекращение движения транспортных средств по участку улицы Большой Морской от площади Лазарева до перекрестка с улицами Адмирала Октябрьского и Суворова. Часть транспортных средств будет следовать через улицу Новороссийская, другие же единицы общественного транспорта проедут через площадь Восставших. Следует понимать, что движение будет прекращено не только по улице Большой Морской, но и на подъездах к ней, то есть с улиц Патриса Лумумбы, Сергея Ваценского невозможно будет попасть на Большую Морскую. Также невозможно будет проехать с центральной горки, то есть со спуска Шестакова, в направлении улицы Генерала Петрова и обратно. Автомобили, которые будут прибывать в центр города по улице Очаковцев, будут вынуждены повернуть налево на улицу Одесскую в направлении центрального рынка. Также возможны некоторые осложнения в движении на подходах к объекту благоустройства, то есть на улицах Суворова, Адмирала Октябрьского, могут возникать незначительные заторы, которые обусловлены проведением дорожных работ. Основной причиной введения прекращения движения транспортных средств являются работы по переустройству коммуникаций, которые проложены под проезжей частью и тротуарами. В свою очередь, проложение коммуникаций таким образом вызвано исторически сложившейся узкой застройкой улицы Большая Морская. И помимо этих работ, также подрядные организации будут проводить работы по восстановлению покрытия тротуаров, работы на проезжей части в районе площади Лазарева, то есть на первом этапе перекрытия проезд через площадь Лазарева со стороны Химова будет происходить по одной из полос движения. Потом, спустя неделю, работы по устройству асфальтобетонного покрытия позволят перевести движение на соседние полосы. То есть движение через площадь Лазарева будет осуществляться в один ряд, но по разным полосам в разное время проведения работ.